Чайку генпрокуратуры возле Кремля пытались остановить с помощью красной волны. Лайф выяснил, чтобы задержать поток и помешать движению лихача на раритетном автомобиле, полицейским пришлось включить красный свет. Но самое интересное, что, увы, это не помогло, настолько хитрый был преступник за рулем. Он успел вырваться вперед, маневрируя между машинами. Дальше в районе Большой Никитской инспектор остановил поток вручную. При этом водитель «Чайки» не подчинился требованию полицейского, едва не сбив его. Видео погони в редакцию «Лайфа» прислал гражданский репортер через приложение «Лайфкор».